Всем привет, друзья! Мы решили подвести итоги конкурса, который мы проводили в нашей группе, на самую креативную и инновационную идею. Давайте посмотрим, кого же мы выбрали победителем. Самую креативную идею, по нашему мнению, предложил Сергей Севрюков. Сергей написал три варианта, которые нам понравились. И Сергей получает данный набор автомобилиста. Давайте поздравим его. Сергей, хочу вас поздравить еще раз с выигрышем данного набора автомобилиста. Хотим сказать спасибо за то, что участвуете в наших конкурсах, активно участвуете в жизни нашей группы в социальных сетях. Следите за нами, за новостями. Еще раз поздравляю вас. Спасибо. Примите от нас данный подарок. Спасибо.